Меня часто спрашивают, не продуваются уши, что делать? Первое, убедиться, что вы вообще продуваетесь, есть ли результат от вашей продувки. Результат, как правило, выражается в характерных щелчках или звуках. Если вы эти звуки, щелчки и в целом облегчение ситуации не услышали или не почувствовали, вы не продуваетесь. Второе. Попытайтесь изменить угол погружения на более пологий. Продуваться станет значительно легче. Третье. Первый раз продуйтесь до именно результата еще на поверхности, до нырка, после финального вдоха. Четвертое. Попробуйте продуться, еще не нырнув, на суше, на поверхности. Есть ли результат или нет результата? Ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся на поверхности и под водой.